Я выиграл до этого только чемпионат молодежных команд. И это непередаваемые чувства, очень рад. Спасибо, много народу собралось, болельщики поддерживали нас весь этот сезон. Спасибо вам большое за счет них. Мы выиграли этот чемпионат, я считаю. За счет своих качеств, я думаю, спасибо всем большое. То, что сегодня пришли на этот стадион, поддержка была сумасшедшая, там перформанс сделали болельщики. Чувства непередаваемые. Чтобы ваша команда без поражений прошла 30 матчей? Нет, такое, конечно, тоже впервые. Вот мы вошли в историю. Не знаю. Такого никогда у нас еще не было. Я надеюсь, все впереди. В следующем году, точнее в этом уже году ФНЛ закрепиться нужно будет. Я думаю, постепенно премьер-лигу задача будет у нас играть. Для этого все есть, стадион, болельщики, инфраструктура, все для этого, чтобы выйти в премьер-лигу, только расти с этой командой.